В Белгородской области завершились военные исторические сборы для молодежи «Армата». Они проходили на базе Центра патриотического воспитания в Новом Осколе. Более 2000 студентов, техникумов и колледжей, школьников и воспитанников военно-патриотических клубов со всей области в течение почти 2 месяцев изучали основы армейской подготовки. Под руководством инструкторов, бывших и действующих военных, сотрудников Росгвардии и ветеранов боевых действий, ребята прокачали умение маршировать, сборку-разборку автоматов, навыки стрельбы. В следующем году организаторы «Арматы-2023» планируют собрать 4000 участников.